Открытый диалог. Диалог. С Александром Непомнящим. Наш эфир продолжает очередная встреча с Александром Непомнящим. Здравствуйте, Александр. Добрый день, здравствуйте. Начнем мы наш разговор с вещей неприятных, с антисемитизма. Вот, в частности, у нас в DePaul University устроили тут такой шабаш, пытаются выдавить профессора, который как бы занимает произраильскую позицию. То есть он считает, что Израиль имеет право на существование. Так вот, там устроили такой шабаш, пытаются его выдавить, проголосовать, чтобы его уволили и так далее. Ну и, конечно же, все наше левачье, все наши политики левого лагеря, вся наша медиа, какой бы антисемитский выпад ни произошел, во всем обвиняют Трампа. Вот я не знаю, как они будут, или будут ли они обвинять Нью-Йорк Таймс в антисемитизме в связи с этой, я не знаю, назвать это карикатурой или геббельсовской пропагандой. Я имею в виду... В малой мере является действительно такой вот вполне себе пропагандой и не только карикатурой. Действительно, все это вот... Контекст временной тоже очень важен. То есть вот эта знаменитая, пресловутая, печально знаменитая карикатура в Нью-Йорк Таймс, она вышла аккурат на праздник Песах еврейский и в канун Дня памяти, когда в Израиле вспоминают тех, кто погиб во время катастрофы европейского еврейства. Сейчас говорят еще также и североафриканского еврейства. Дело в том, что на самом деле истребление евреев было не только в Европе, но и на территории Туниса, вишистская Франция, и там тоже погибли евреи, жившие в северном Тунисе. Поэтому сегодня как бы уточняют, что катастрофа европейского и североафриканского еврейства. Так вот, на самом деле есть очень такая есть короткое стихотворение, но на иврите, поэтому могу пересказать только общий смысл одного израильского журналиста, написанного недавно. Есть вот этот день поминовения жертв катастрофы, а буквально через неделю у нас другой день поминовения, день поминовения солдат и бойцов, павших в боях за свободу Израиля. И на следующий день после этого сразу же наступает День независимости. И вот этот четверостиший говорит о том, что две даты, разделенные недели, день, когда мы вспоминаем, ну, грубо говоря, 6 миллионов погибших во время катастрофы, и день, когда мы вспоминаем 22, сейчас в этом году там 22,5, было около 23 тысяч солдат погибших за всю историю Израиля, фактически даже больше, чем история Израиля, потому что начинают считать еще с конца 19 века, когда вот только появляются первые сионистские поселения. 6 миллионов и 23 тысячи. И вот эта разница фактически выражает стоимость того, что есть у нас государство. Вот мы имеем государство, мы за это платим цену. Эта цена выражается в 23 тысячи погибших бойцов за последние фактически уже более 100 лет. И 6 миллионов — это та плата, которую платил еврейский народ за то, когда у него этой страны не было. И вот в контексте всего этого действительно ропор американских левых прогрессивных сил, газета «Нью-Йорк Таймс» опубликовала совершенно откровенную антисемитскую карикатуру. Трамп на ней, как вы знаете, был изображен с таким слепым евреем в большой черной кипе, которого ведет собака по воды с ошейником, с ошейником, украшенным Маген Давидом, и у собаки лицо Нетаньяху. И тут, ну, в общем, понятно, как бы идея понятна, что вот слепой Трамп и ведет его Нетаньяху как бы за собой. И тут действительно они говорят, а в чем тут антисемитизм? Это просто легитимная критика оппонентов. Что ж, свобода слова. Свобода-то она слова, конечно, но грань между вот легитимной политической сатирой и антисемитизмом есть. И здесь она очень четко видна. То есть если бы Трамп был изображен без кипы, и собака по воды с лицом Нетаньяху была бы без Маген Давида, то карикатура действительно осталась бы в рамках пусть едкой, но совершенно приемлемой критики политического оппонента, который слепо бредет на поводу у другого идеологического противника. Но здесь-то художник что сделал? Он как бы проговорился по Фрейду, то, что называется. Он украсил макушку Трампа традиционной еврейской шапочкой, при том, что Трамп ведь на самом деле вовсе не еврей и эту шапочку не носит.
Даже те евреи в окружении Трампа, которые, в общем, являются ортодоксальными евреями, они не носят кипу на работе. Есть, насколько я знаю, постановление американского раввина, который говорит, что, в общем, даже соблюдающий традиции еврей, который носит кипу, когда он на официальной американской должности, он не обязан ходить в кипе. И поэтому мы знаем, что и посол американский в Израиле, и Гринблат — это люди, которые, в общем, религиозные евреи. Но они без кип. Мы их видим на фотографиях постоянно на светских раутах, на всех политических мероприятиях без кип. И уж тем более Трамп, который... Он, конечно, еврей по внукам своим, да, по детям Иванки, Яэль, Кушнер. Но он-то не еврей, поэтому украшать его голову черной шапочкой, кипой, это как бы нагнетать, то есть вот подчеркивать, что он вроде как еврей, в контексте отрицательном, что вот у него плохие качества, там, например, делали раньше на коллекторах нос крючковатый, глаза выпученные, что вроде как некрасивый человек. И вот точно так же вот эта самая традиционная черная шапочка. А у Натаньяу вот этот самый ошейник с Маген Давидом, как бы подчеркивающий, что Натаньяу не просто вот такая собака по выдаче, он еще и сионист. И получается-то, что художник проговорился о чем? О том, что его беспокоит и ему мешает не то, что Натаньяу ведет Трампа. И не это он высмеивал. Он как бы высмеивал то, что Трамп, он любит евреев, он филосемит. Он не говорит о том, что евреев нужно уничтожать. А Натаньяу, он еще и сионист. И вот это, конечно, нашего художника из «Нью-Йорк Таймс» очень расстроило, и против этого он и выступил. И поэтому эта карикатура, она действительно очень и очень антисемитская по своей сути. Автор, кстати, левак из Португалии, как выяснилось. И он очень забавно отреагировал. Он сказал: я вообще не антисемит. А то, что мою карикатуру назвали антисемитской, это все еврейская пропагандистская машина. То есть по дороге он еще раз, так сказать, еще одна оговорка по Фрейду. То есть если ты не антисемит, то тебе такая ерунда, как еврейская пропагандистская машина, в голову не придет. А что такое еврейская пропагандистская машина? Это чистый термин из нацистской пропаганды, что вот есть еврейский заговор, он, значит, правит миром, они там всюду рулят, и вот есть эта еврейская пропагандистская машина, то есть общие усилия евреев всего мира, которые вот беднягу этого художника теперь травят. Интересно, что на самом деле этот левак из Португалии, он же не оригинальный совсем. У карикатуры, которую нарисовал про Трампа и Натаньяу, нашелся тут же двойник из архивов нацистской пропаганды. Там на карикатуре в немецком журнале 40-го года изображен такой вечно скитающийся еврей, такая очевидная аллюзия на вот вечного жида, на Агосфера, да, который тащит за собой, за руку прочь из Европы, всей такой правильный, уже принявший национал-социализм, 40-й год, напомню, покорного, глядящего себе под ноги, почти слепого Черчилля. Вот. Конечно, таких карикатур в европейских журналах нацистского времени, нацистского периода, и да не только нацистского, конечно, есть очень много, и найти их можно без труда. Но, в конце концов, вообще вся эта идея о том, что евреи хитростью или обманом, или еще как-нибудь вынуждают сильных мира сего идти у себя на поводу, это самая классическая конспиративная идея, древняя, как весь европейский антисемитизм. Но вот у этой нацистской карикатуры, которая послужила прототипом карикатуры в «Нью-Йорк Таймс», ее очень интересно сравнить с нынешней карикатурой. Почему? Потому что, во-первых, действительно, вот в то время лидером свободного мира, противостоявшего нацизму, был кто? Был Черчилль. А здесь у нас Трамп. Таким образом, действительно, леваки признают, что их главным врагом, как тогда Черчилль, который противостоял одновременно и нацизму Гитлера, и большевизму Сталина, сегодня таким вот лидером свободного мира, защищающим, по сути дела, свободный мир от всех возможных измов и радикальных, является Трамп. А кто его тащит? Тащит, так сказать, в сторону. Тащит его уже не вечный жид, не вот это вот такая коллективный, как бы стереотипный вид еврея с крючковатым носом, там, с выпученными глазами и так далее. А Натаньяу. Натаньяу как представитель вот этого самого коллективного еврея. То есть сегодня в глазах антисемитов действительно Израиль — это и есть коллективный еврей. И поэтому, когда нам говорят, что выступление против Израиля — это вовсе не антисемитизм, это тоже такое вот словоблудие, которое очень легко развеять. На самом деле это самый, есть он самый родной, добрый, старый антисемитизм. И именно он движет людьми, когда они говорят: да мы вовсе не, мы просто критикуем Израиль. Мы просто считаем, что у Израиля нет права защищать себя против террористов. Нет, ребята, вы не критикуете Израиль, вы антисемиты, что бы вы там себе не говорили. Даже если вы при этом еще являетесь евреем. Это отдельная, очень забавная
как бы такая вот вещь. Кто-то скажет, это же оксюморон, нельзя быть антисемитом и евреем. На самом деле, очень даже можно. Мы прекрасно помним, что были такие евреи и у нацистов, а уж тем более во время инквизиции и во время большевистского террора, который коснулся не только религиозных, православных и разрушения церквей, но он коснулся, конечно же, и синагог, и еврейского религиозного сословия, и та жестокость, которой все эти вот еврейские команды уничтожали еврейскую традицию, это был в чистом виде антисемитизм, самый что ни на есть ярый. Газета «Нью-Йорк Таймс», она очень быстро принесла извинения, но, тем не менее, мы знаем, как буквально сразу после вот этой карикатуры фактически как будто призыв был услышан, и произошла страшная бойня в калифорнийской синагоге, когда была убита женщина, еще 3 человека, включая девочку маленькую раненую. И, конечно, мы помним, как после какого-нибудь очередного чиха какого-нибудь расиста американского, как все набрасывались на Трампа, что Трамп должен за него извиняться. Хотя где Трамп, где этот какой-нибудь там сумасшедший расист, который что-то такое сказал глупое и вредное. И все: Трамп, ну ты уже извинился за этого человека, это ведь твой избиратель, хотя еще неизвестно, за кого он избирал. А здесь, значит, вот произошла эта бойня, и, насколько я понимаю, этот убийца, он в своем манифесте написал, что он против Трампа тоже. То есть он вовсе не из правого как бы лагеря, не из лагеря Трампа. Но было ли извинение Байдена за то, что произошло, или каких-то других лидеров левого лагеря американского? Увы, увы, никаких извинений. И никто из левых даже не подумал как бы извиняться за то, что произошло, хотя коннотация совершенно ясна, и ясна связь между опубликованной карикатурой, откровенно антисемитской, и бойней, которую устраивает противник Трампа, увидевший или не увидевший, но, так сказать, ощущающий вот этот вот попутный ветер, дующий ему в спину, поддерживающий ветер со стороны левых и демократов, в частности. И вот это та новая реальность, которая, в общем, которую нам предстоит принять. Демократическая партия, она уже давно не друг Израиля. Это надо произнести четко, это нужно осознать, это действительно, это шок. Это шок, в первую очередь, для американских евреев. Мы, может быть, сейчас поговорим об этом еще немного подробнее. Но эта партия больше не является партией, где евреям рады. А нам в Израиле, естественно, нужно готовиться к противостоянию с американской демпартией, потому что мы понимаем, что сменяемость власти, и Трамп не вечен, и будем надеяться, конечно же, что он победит в 2020 году, а там дальше, может быть, будут замечательные другие достойные кандидаты от республиканской партии, но всякое может случиться. И приход лидеров демпартии власти в Америке, он реален абсолютно. И в тот момент, когда это произойдет, мы поймем, что именно Демократическая партия США стала самым опасным врагом еврейского народа и еврейского государства. Ну, может быть, есть смысл чуть подробнее поговорить о том, что происходит с Демократической партией, что будет с поддерживающими ее евреями. Да, да, я думаю, что это действительно очень важная тема, и она, в общем, самым непосредственным образом касается большинства наших радиослушателей. В общем, немножко истории. Как вообще евреи оказались связаны с Демократической партией? Партией, которая, казалось бы, это же ее ударные отряды, это Ку Клукс Клан, это партия рабства. Вот где рабство, где Ку Клукс Клан и где евреи? Все началось, в общем, с Франклина Делана Рузвельта, который создал такой союз меньшинств. Он привлек к Демократической партии разные меньшинства. Там были евреи, там были черные, там были католики, да, как антитеза ВАСПу, вот, который поддерживал республиканцев. Там была часть испаноязычных. Вот. И с тех пор действительно евреи поддерживали традиционно. Мы знаем, что там выше 70, под 80% евреев Америки поддерживают Демократическую партию. Так было. И совершенно не факт, что так дальше будет. Почему? Дело в том, что вот евреи ассимилируют. Рождаемость в еврейской среде американской, она супер низкая. А кроме того, есть еще высокая ассимиляция. И то, что называется еврейская община, как бы, так сказать, не расширяли ее рамки, реформисты в американские действительно очень широко раздвинули рамки. То есть человек может быть вообще, так сказать, еврей только потому, что он помнит, что у него был дедушка или бабушка какой-то еврей. Ему приятно ходить вот, так сказать, в этот клуб, который называется синагогой. Там на синагогу он с точки зрения классической совершенно не похож, но ему там приятно бывать, хорошие люди. Его тоже зачисляют в эту, так сказать, в эту компанию. Он тоже считается евреем. Но по большому счету, даже с таким вот, как бы, очень широким пониманием, с очень широкой трактовкой, кто является евреем в Америке, община американских евреев сокращается. А мусульманская община, наоборот, растет.
И, в общем, если так сказать, очень грубо, то 5 миллионов туда, 5 миллионов сюда, в общем, 5 миллионов на 5 миллионов. И мы видим, как демократы сдвигают свое отношение от евреев к мусульманам. И это становится видно буквально, так сказать, это все по экспоненте, по нарастающей происходит. И вот если послушать, почитать немножко еврейских каких-то, так сказать, вот ваших американских авторов, журналистов, то, в общем, ты чувствуешь панику и шок, которые ощущают американские евреи, потому что они видят, что поддержка демократов, которая казалась само собой разумеющейся, она просто у них уходит из-под ног. Например, вот самый последний такой яркий момент: ожидали осуждения, хотели осуждения антисемитских высказываний, просто уже, так сказать, как пулеметными очередями, или Ильхан Омар, так сказать, по евреям, туда-сюда, туда-сюда. И казалось это совершенно естественно, что евреи попробуют провести вот такое вот осуждение, и демократические лидеры поддержат. И ничего не произошло. Никто поддерживать вот это вот осуждение антисемитизма Ильхан Омар, демократической партии, имею в виду из верхних эшелонов, не захотел. И происходит сейчас демократической партии то, что вот окрестили, я прочитал такое забавное название, такой забавный термин «джексодус», «Jewish exodus». Вот, исход евреев из-под ослиной сени, из-под сени осла партии, демократической партии, который становится результатом неизбежной радикализации, которая раскалывает демократов. Так, на самом деле, уже случилось давно с лейбористами в Великобритании. Все это происходит по линии разлома по отношению к воинствующему социализму, воинствующему исламизму и воинствующему антисемитизму. И все эти три изма, они очень скоро окончательно разделят еврейских демократов на радикалов, которые останутся внутри, и на тех евреев, умеренных, как бы, которые будут выпихнуты наружу. И те, что останутся внутри евреи, они будут обязаны доказывать свою лояльность осуждением евреев и Израиля. Эти требования к ним будут выдвинуты в самых резких антисемитских тонах, присущих радикально левому дискурсу. Вот мы уже видим, например, праймериз в преддверии президентских выборов 2020 года. Они только начинаются, но заместительница пресс-секретаря избирательной кампании Берни Сандерса, к слову, иностранка, да, нелегально находящаяся в стране, она уже успела обвинить евреев в нелояльности. А другая кандидатка от демократов, Элизабет Уоррен, она поддержала совершенно открыто одиозную вот эту вот нашу Ильхан Омар, которая обвиняет евреев в том, что, например, под предлогом борьбы с антисемитизмом они просто затыкают рты критикам Израиля. Мы только что об этом говорили, что критика Израиля, как правило, это и есть самый что ни на есть антисемитизм. Вот. Но Ильхан Омар все это перевернула с ног на голову, а Элизабет Уоррен ее поддержала. И дальше все будет становиться только хуже и хуже, потому что тенденция эта, она сейчас видна, ясна, и она очень быстро-быстро развивается. И еврейские леваки американские, они на самом деле хорошо известны своей изрядной, скажем так, терпимостью к антисемитизму. Но в конечном итоге в рядах Демпартии сумеют остаться очень немногочисленные евреи, которые либо, как Чак Шумер, будут обладать очень толстой шкурой и очень высокими карьерными амбициями, либо, как Берни Сандерс, просто продолжат откровенно испытывать к собственному еврейству очень сложную такую смесь стыда и ненависти. Или вроде среднестатистического миллениала из числа обамовских чиновников, мы их очень хорошо помним еще, которые, вот как я уже сказал, помимо своей фамилии, вообще не имеют никакого отношения к чему-либо еврейскому. В любом случае, я думаю, что евреи в большинстве своем либо просто покинут добровольно Демпартию, либо их оттуда выдавят. И там останется такой вот сброд, который регулярно протестует у вас сейчас там возле синагог, и вообще мало чем отличается от карикатурных активистов Советского антисионистского комитета. Люди постарше еще хорошо помнят это все. Там это тоже шло как бы подневольно. То есть люди вполне достойные, типа того же Райкина, они вынуждены были сидеть там в этом антисионистском комитете и, значит, хлопать в нужных местах. И вот те, кто останутся в Демпартии, они тоже будут поставлены в такую же ситуацию. Ну или, конечно, вот если взять еще официальные представители еврейской общины в Иране. В Иране ведь тоже есть еврейская община, там есть официальные представители, они собираются, они топчутся по израильскому флагу, чтобы показать, насколько они лояльны Ирану, насколько они ненавидят Израиль. Вот, и мы прекрасно понимаем, что если бы можно было какой-то волшебной силой их оттуда спасти, и так происходит регулярно, то, конечно, они оттуда бегут и становятся совершенно другими людьми, показавшись в Израиле, например. И мы все прекрасно понимаем, все выходы, знающие русский язык и приехавшие из Советского Союза, понимаем, что страна вроде Ирана, которая еще хуже, еще жестче, еще более жестокая, чем Советский Союз, конечно, кстати, еврею, оказавшемуся там, ему не позавидуешь.
И мы видим, что демократы, лидеры демократической партии до сих пор не проявили ни малейшей способности хоть как-то притормозить вот этот экстремистский дрейф. Напротив, движения, которые порно сталкивают их влево, вроде демократических социалистов Америки, они все более открыто декларируют антисемитские позиции, все меньше стесняются этого. Что произойдет дальше с американским еврейством? Ну, часть какая-то небольшая, видимо, действительно качнется к Трампу. Вот. Я думаю, что все-таки она будет небольшая, потому что это сложный, это долгий процесс, он так быстро не происходит. Часть, возможно, вообще не пойдет на выборы, то есть вообще откажется как-то от этой политической игры. Вот. Ну, а те, которые останутся в демократах, они просто станут суперантисемитами. Мы должны быть к этому готовы. То есть они будут доказывать свою лояльность партии таким откровенным антисемитизмом. И мы знаем, на самом деле, что часто самыми страшными, жестокими антисемитами становились именно евреи. Да, вот тот же Тарквемада и другие. Люди, которые, например, в Европе, там, во втором конца Средневековья и Нового времени, они уходили в христианство, чтобы, так сказать, избавиться от антисемитизма и став христианами, они становились такими неистовыми гонителями евреев, такими ненавистниками, каких среди обычных христиан как бы не было. Надо сказать, что вот сегодня нынешние еврейские демократы, которые отреагировали на вспышку антисемитизма в своей партии, они отреагировали таким вот обычным вздорным оправданием. Вот в том плане, что вот, ну, ответ как бы Израиль, Нетаньяу, политизация антисемитизма, вот Израиль сам виноват, он все это как бы, из-за него все это происходит. И здесь стоит напомнить этим людям, что социалистические движения были антисемитскими по своей сути еще задолго до создания Израиля. А Джесси Джексон называл евреев, ну вот Хеймис, да, он говорил Хеймис, его перевел это жидята. Вот задолго до появления Нетаньяу. Не нужно было никого Нетаньяу, чтобы вот этот антисемитизм там тлел у демократов. Израиль был и остается очень крайне удобным оправданием антисемитизма, причем не только для самих антисемитов, но в первую очередь для их еврейских апологетов, которые создают для себя такое вот, таким образом, что-то вроде ложного ощущения собственной способности контролировать заведомо не поддающуюся контролю ненависть антисемитов. Эти евреи готовы признать любые обвинения антисемитов по поводу Израиля, лишь бы только перевести стрелки подальше от себя, на страну, которая расположена за тысячи миль от них. И вот антисемиты обвиняют евреев, евреи в ответ обвиняют Израиль, и весь прежний исторический опыт, колоссальный, который накоплен у евреев, накоплен кровью, прописан, он ничему этих людей не учит. И вот здесь, мне кажется, очень важно понять одну, на мой взгляд, принципиальную вещь. Демократическая партия, демократы американские, это не такое политическое движение с хорошими идеями, которое вдруг вот сейчас случайно подскользнулось на антисемитизме. Это не только политический расчет и опора на растущую мусульманскую общину. Нет. Антисемитизм является прямым результатом развития вот этих самых идей демократической партии во внутренней и внешней политике. Ильхан Омар заседает в комитете по международным отношениям Палаты представителей и извергает бешеный просто антисемитизм, прежде всего потому, что демократы действительно считают, что исламский террор оправдан. И откровенный антисемитизм Омар — это всего лишь симптом ее исламской враждебности как таковой, не ограничивающейся неприятием одного только Израиля. Она в той же мере не приемлет и Америку как часть свободного мира. И антисемитизм в данном случае является лишь одним из предрассудков и разрушительных последствий вот этого набора взглядов. На самом деле споры об Израиле — это отнюдь не споры о стране, которая меньше по территории, чем ваш, наверное, один из самых крошечных штатов, штат Нью-Джерси. И уж точно как бы американцы, большинство из которых как бы не евреи и вообще не знают, то есть не связано, что им до Израиля, что вдруг Израиль обсуждается в американском конгрессе. Израиль — это символ, на мой взгляд. Это символ, представляющий то, чем Америка как бы должна быть или, наоборот, не должна быть. Это символ для всех тех, кто любит Израиль, как евреев, так и неевреев, являющихся сторонниками сохранения традиций, национальных каких-то тенденций, либерализма, которые считают, что страны должны иметь право сохранять свою идентичность и защищать свои ценности и побеждать террористов без необходимости извиняться за это. А исламисты, в свою очередь, ненавидят Израиль уже только за то, что израильтяне — это такая нация неверных, которая посмела освободиться от власти исламского закона. И с их точки зрения, ведь исламское и немусульманское общество любые по своей сути являются злом, потому что они все должны быть подчинены шариату.
И вот известный, печально известный твит Ильхан Омар: «Израиль загипнотизировал весь мир. Пусть же Аллах пробудит людей и поможет им увидеть злодеяния Израиля». Это самое, что у меня есть, явное выражение религиозного чувства в религиозной борьбе. Израильтяне в глазах мусульманина виноваты уже потому, что не смеют вообще, как бы они смеют жить в независимом государстве, соблюдая веру, которую отменил пророк Мухаммед. И у мусульман, на самом деле, с точки зрения как бы четко, вот если довести все до конца по исламу, нет просто другого пути, кроме как мобилизовать все свои силы и во имя Аллаха разрушить Израиль, так сказать, объявив ему тотальную войну. И окончательное решение исламистов и для Израиля, и в той же мере для Америки, состоит в том, чтобы подчинить эти страны исламскому закону любыми средствами. А левые ненавидят Израиль в первую очередь потому, что это государство стало микрокосмом всего, что они не выносят в Америке. Израиль — это промышленные предприятия, технологический прогресс, национализм, традиционализм, сильная вера, большие семьи с множеством детей, армия, которая защищает границы. И все это воплощает для американских левых то, что больше всего ненавидят, в том числе в своей собственной Америке, не столько даже в самом Израиле. Социалистический антисемитизм, он в свое время был борьбой с капитализмом, которая пряталась под маску вот этих средневековых стереотипов антисемитских. А теперь он еще стал антинациональным, в принципе. Вот, и точно так же продолжает себя, вот, так сказать, как-то позиционировать такой антинациональный, антикапиталистический антисемитизм. И различия между антисионизмом и антисемитизмом, они ведь никогда не были особенно велики. Недаром левый антисионизм и левый антисемитизм, они всегда использовали евреев в качестве символов в ходе своих дебатов, как бы обвинений и в Америке, и в Европе. И если изъять из этого уравнения Израиль вообще, то есть не говорить про Израиль, то проблема все равно никуда не денется. Социализм очень часто опирался на антисемитизм и продолжает опираться. Просто потому, что евреи — это чрезвычайно удобный стереотип, который используется для борьбы с капитализмом. Вот буквально недавно на предвыборном мероприятии Берни Сандерса, значит, один из выступающих задает вопрос ему. Он говорит так: сионистские евреи, они управляют Федеральным резервом, они заправляют на Уолл-стрит, они всем владеют. А каковы ваши отношения с еврейской общиной? Значит, требует он объяснения у Сандерса. И Сандерс отвечает так, осуждая Израиль, естественно. То есть вот старая формула: антисемиты обвиняют евреев, левые евреи обвиняют еврейское государство. Надо понять, что действительно евреи очень неплохо преуспели в условиях меритократии. Что такое меритократия? Это когда власть достойных, то есть когда позиции в государстве получают люди вне зависимости от своего происхождения, там, титульная нация, не титульная нация, богатая они или не богаты. Если ты подходишь этой должности, ты ее занимаешь. Так вот, в условиях такой меритократии американской евреи действительно хорошо преуспели, и в условиях капитализма тоже. И поэтому любая последовательная атака на социальные модели, меритократические или капиталистические, она неизбежно перерастает в антисемитизм и в обсуждение заговора о еврейском влиянии. И чем активнее евреи защищаются от антисемитизма, тем сильнее они подпитывают все эти конспиративные теории. Недаром Ильхан Омар обвинила евреев в том, что они, мол, при помощи своих денег заправляют всем миром. Это, по сути дела, просто старая, давняя уловка, которую использовали против евреев на протяжении всего 20 века. И вот эта квинтэссенция — это самая суть альтернативы противостоящей либеральной меритократии, свободному предпринимательству, антисемитизм, социалистический антисемитизм. И поэтому антисемитизм — это не то, что что-то случайно, что произошло с демократами. Это неизбежный итог их порочной в своей основе идеи. Демократическая партия не сможет быть преобразована, сейчас изменена, избавлена от антисемитизма через обращение, мольбы, аргументы о терпимости. Ожидать того, что демократы откажутся от антисемитизма, с которым они сейчас купаются, это все равно, что требовать от них, чтобы они отказались от сути своей идеологии, от своих внутренних и внешних политических идей. И рост антисемитизма — это даже не столько вина того или иного политика, то есть вот это не только Обама, это просто естественный результат отказа от традиционных американских ценностей, на которых, в общем, в русле которых двинулась демократическая партия несколько десятилетий назад. И поэтому антисемитизм, который раздирает сейчас демократов, это явное предостережение о том, что происходит, когда традиционные американские ценности в отношении индивидуальной свободы, религиозной свободы, свободного предпринимательства и терпимости подрываются экстремистами-утопистами, которые желают спасти нас, может быть, но лишают нас при этом наших свобод и наших убеждений.
И кризис у Демократической партии Америки, у либералистов, это системный кризис, а не случайность. Это неизбежный результат левой мысли, рано или поздно приходящий в противоречие с демократическими ценностями, в том числе теми, что олицетворяют евреи и еврейская традиция. И поэтому антисемитизм Демпартии — это не то, что пройдет. Это, наоборот, будет лишь нарастать, пока демы будут оставаться социалистами, прогрессивистами, разрушителями семейных ценностей и так далее. Ну, я понимаю, что нам нужно сделать сейчас перерыв. Да, давай. Продолжим. Давайте мы прервемся на несколько минут, буквально после чего продолжим.